Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня у нас 18 мая, и мы будем высаживать капусту в открытый грунт. Все возможные виды капусты. Вот это у нас капуста кальраби. Получается, здесь у нас капуста брокколи, июньская, цветная капуста и поздняя капуста три богатыря. Ну и другие капусты. Здесь есть и колобок, и конкистадор, и московская поздняя. То есть тут различные виды капусты, и сегодня будем ее высаживать. Главным плюсом именно такого выращивания рассады капусты является то, что в тот момент, когда нам нужно ее пересаживать, мы можем захватить достаточно такое большое количество грунта. И, соответственно, рассада у нас будет меньше болеть и быстрее приживется. Перед тем, как высадить капусту, мы делаем достаточно такие глубокие лунки. Хорошо их проливаем водой. Можно добавить горсточку золы. Также можно добавить яичную скорлупу. То есть некоторые добавляют и то, и другое. И смотрите, главный такой, наверное, секрет, как нам получить большой урожай и поздней капусты, и других видов капусты, это их совмещенная посадка. То есть мы садим с вами позднюю капусту, рядом июньскую, ту же самую брокколи, цветную, то есть ту капусту, которая у нас быстро отдаст урожай, и мы ее сможем потом убрать и, соответственно, обеспечить такое хорошее пространство для поздней капусты, которая у нас сможет раскинуться и, соответственно, до самой поздней осени она нам сформирует такой большой и отличный урожай. Хороший крупный качан. Также можно посадить рядом бархатцы или же те же самые шафраны, которые у нас будут отпугивать и почвенных вредителей, и различных бабочек каких-то. То есть своим именно ароматом своей листвы. Поэтому такие вот маленькие советы. И высаживая капусту, мы с вами можем немножко заглубить. Капуста это хорошо переносит и формирует дополнительные корешки. Также мы можем высадить в некоторых местах промеж, получается, капусту кальраби. Она у нас также быстро отдаст урожай, и мы ее, соответственно, уберем и обеспечим хорошее пространство для поздней капусты. Ну и, как я уже говорил, высаживаем позднюю капусту, ту же самую июньскую, цветную, и опять у нас пошла поздняя, опять июньская, и опять поздняя будет в таком вот порядке для большего урожая. Высадили капусту. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости, и пока-пока. До новых встреч!